кто говорит правду. Князь Чи узнал, что в его владениях живет человек необыкновенной красоты по имени Сюйгун. Проснувшись утром, князь спросил слугу: «Ты видел когда-нибудь красавца Сюйгуна?» «Много раз, господин мой». «Кто из нас красивее, он или я?» «Конечно, вы, господин мой», — ответил быстро слуга. В полдень князь спросил жену: «Приходилось ли тебе встречать Сюйгуна?» «Да, приходилось», — сказала жена. «Скажи, кто из нас красивее, он или я?» «Тут и спрашивать нечего, конечно, вы красивее». Под вечер к князю пришел гость. Князь спросил: «Если вам приходилось встречаться с Сюйгуном, скажите, кто из нас красивее, он или я?» «Мне кажется, вы красивее», — сказал гость. Вскоре князь отправился гулять и незаметно оказался на другом конце города, где жил бедный люд. Здесь его никто не знал, вдруг он увидел прохожего необыкновенной красоты. «Вот человек, который красивее и меня, и Сюйгуна», — подумал князь и спросил какую-то старую женщину. «Не знаешь ли ты имя этого прохожего?» «Конечно, знаю, это Сюйгун», — услышал в ответ князь. Тогда князь спросил женщину: «Скажи, прошу тебя, кто из нас красивее, я или Сюйгун?» Женщина с удивлением посмотрела на князя и ответила: «Всякий скажет, что Сюйгун красивее». Возвращаясь домой, князь встретил мудреца. «Почему слуга, жена и гость не сказали мне правды и уверяли, что я красивее Сюйгуна? У кого же мне узнавать правду?» Мудрец ответил так: «Слуга сказал тебе неправду из страха, он боялся прогневить тебя. Жена сказала тебе неправду из любви, она не хотела огорчить тебя. Гость сказал неправду из вежливости, чтобы не портить тебе настроение. Впредь знай, если хочешь узнать о себе правду, ищи ее не у слуг, не у близких, не у гостей. Ищи ее в народе, у людей, которые никогда тебя не видели и не знают, что ты князь».